Смотри, как я умею! Видала, как круто! Господи, какая ерунда! Я тоже так умею! Докажи! Легко! А что мне за это будет? Не знаю. Тогда ты мне дашь 3 конфеты. Хорошо. А если у тебя не получится, то ты мне 3 конфеты даешь. Не дождешься. А у тебя-то есть эти 3 конфеты? Нету. Но у тебя-то все равно не получится. Ха. Вот наивный. Смотри. Так, мне кажется, что мне кто-то должен 3 конфеты. У меня же нету конфет. А я при чем? Ты же согласился? Мы же договаривались, если я выиграю, ты мне должен 3 конфеты. Так что иди и ищи. А я тут подожду. Ну где искать? Мы за тобой вчера всю кухню облазили. Нигде нету, помнишь? Помню. И что? Не верю, что мама нигде не припрятала конфеты. Значит, нужно у нее попросить. Так она тебе и даст. Я у нее вчера просила, она даже мне не дала. А я очень сильно попрошу. Ну-ну, удачи. Должен же ты мне где-нибудь 3 конфеты откопать. Богдан, ты чего мне здесь мордашки строишь, а? Мамочка, я похож на котика. Ага, на лайка. Только шерсти не хватает и хвоста. А котики всегда любят конфетки. Могу котику молочка налить, а конфеток у нас нету. Ну, мам, как нету? Это неправильно. Очень даже правильно. Конфеты вредны для зубов. Зато полезны для мозгов. Вот он дает. Ну, допустим. Только все конфеты, которые были у нас на Новый год, вы уже съели. Ну, мам, может, у тебя где-нибудь есть 3 маленьких конфетки? Почему маленьких? Больших тоже можно. Можно и большие конфетки, а не маленькие. Нет у меня больших. Вообще никаких нету. Видишь, ни одной конфетины, ни одной. Пусто. А откуда у нас эти конфетки? Мамочка, ты молодец, давай их скорее. Ну ладно, но я даже не знаю, что это за конфеты. Спасибо, мамочка. У меня есть конфетки, у меня есть конфетки. Мам, а почему это ты вчера для меня эти конфеты не нашла? Слушай, я о них и не знала вообще. Ах, значит, когда Богдан попросил, ты их сразу нашла. Ну ладно, мы тогда этого крокозяблика завтра с собой в кино не возьмем. Какое кино, Свет? Мне же завтра на работу, ты забыла? Как на работу? Мы же в кино собирались. Ну да, собирались, но праздники-то уже кончились. Ну, буду выходная, сходим. Блин, ну завтра премьера. Ну почему Богдану все, а мне ничего? Несправедливо.
Вот вечно, Богдану все, а мне ничего. Вот всегда так. Как тебе конфеты, пожалуйста. А как со мной в кино, так и на работу надо. Ты чего? Мама собиралась завтра со мной в кино сходить, а сама на работу уходит. Ну хочешь, я с тобой в кино схожу? Нет. Ну ладно. А конфеты хочешь? Давай. Да, маловато. Вкусненько. Ой! Ты чего моим голосом говоришь? Ой! А ты моим. Как это? Мы что, поменялись голосами? Ну как? Может, это конфеты? Ой! Дети! А я забыла дать вам новую вкусно-маму! Смотрите, какая необычная! Светочка, подойдет как утешение вместо кино? Ну, дети, опять вы что-то придумали? Как мне вернуть свой голос? А я откуда знаю? Выплатил какие-то странные конфеты. Может, еще по одной съесть? Ну нет, я их не буду есть. Лучше палочки поем. Смотри, здесь какие-то карточки. Ой! К тебе что, вернулся твой голос? Ой! А ко мне мой! Ура! Дети, дети, что случилось? Вкусно, мама, очень вкусная. Да-да-да. Иисус плит внутри карточки. Дети, я вас вообще не понимаю. То молчите, то кричите. Кошмар какой. Как же хорошо, что у меня снова мой прекрасный голос, а не твой писклявый. Что? У меня не писклявый голос. Ну, детский, какая разница? Главное, что после этих конфет ты что-нибудь съедаешь, и голос опять возвращается. Да, это хорошо. Света, что это за карточки? А, так это бойцы ММА. Это Аманда Куньес, а это Валентина Шевченко. Ты тут можешь собрать целую коллекцию. Круто, буду собирать. Ну вот, конфеты так для тебя, пожалуйста. Так еще и карточки во вкусном маме нашел. И без кино осталось. Я не виноват. Это же мамина работа, а не моя. Это мамина работа. Слушай, у меня есть план. Иди сюда. Мамочка, а дай, пожалуйста, в телефончик прикладь. У тебя же планшет есть. Ну, пожалуйста. А я тебе конфетку дам. Вот подлиза маленький, а. Держи. Мамочка, мы играем в молчалку. Может, проиграть? Начали! Ну как? Сейчас попробую. Получилось! Теперь самое главное, чтобы мама не успела ничего понять. Я ей сказал, что мы играем в молчалку. Молодец! Давай телефон. Ну где тут начальник? Вот. Алло. Здравствуйте. Николай Петрович, это вы? Я тут приболела немножечко. Завтра не смогу выйти. Но послезавтра обязательно. Очень жаль, ну что ж поделать. Поздоровайтесь, Наталья Вячеславовна. Видал? Он поверил.
все, неси телефон обратно. Ты так быстро поиграл? Ой, молчанка же. Ха-ха-ха, ты проиграла. Ну да, проиграла. Давай еще раунд. Не-а, не хочется. Жаль, я бы больше не проиграла. Кстати, тебе звонили и сказали, тебе на работу не надо. Как это? Такого не может быть. Ничего не понимаю. Алло, Николай Петрович, здравствуйте. А что у нас там насчет работы завтра? Ну как что, переносим на послезавтра. Справимся. Справимся. Это что, у меня завтра выходной, что ли? Выходной? Ура! Значит, мы завтра идем в кино.